Температура под 40, высыпание на коже, хриплый кашель. Опасная корь пришла в Поморье. Наши врачи не сталкивались с таким заболеванием с 2005 года, но буквально за последние недели диагноз корь поставили 6 жителям. У 3 он подтвердился. В 2 случаях заболели врачи. После 8 лет затишья внезапная вспышка кори для областных врачей – настоящий шок. Болезнь считается детской, но для взрослых представляет настоящую опасность. Осложнения могут довести до пневмонии и энцефалита. Среди северодвинцев пока заболевших нет, но инфекция распространяется крайне быстро, как правило, воздушно-капельным путем. Первый случай заболевания – заболевший прибыл к нам из столицы нашей Родины. Чтобы определить точно, это наш случай или завозной, мы должны дождаться ответов из национального центра, где определяют генотип вируса. Вакцина на сегодняшний день единственная, что позволит избежать эпидемии. Прививки от кори делаются один раз в жизни, еще в детском возрасте. Однако среди северодвинцев на данный момент весомая часть остается непривитой. Таких врачам приходится буквально разыскивать. Медики настоятельно рекомендуют не откладывать визит в поликлинику и срочно привиться от злостного заболевания. Введение вакцины безопасно и бесплатно.